Здравствуйте, уважаемые коллеги. Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость пришла от Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области. Данное управление распространило для налогоплательщиков информацию о сервисах, которые позволяют проверять контрагентов. Эти сервисы расположены на сайте ФНС России. Первый сервис – это риски бизнеса, проверь себя и контрагента. На слайде вы видите перечень информации, которую можно получить через этот сервис. Достаточно обширный объем информации. Другой сервис – это недействительные ННН юридических лиц и недействительные ННН. Ну, соответственно, из названия можно понять, какую возможность с помощью этих сервисов получить информацию. И, наконец, сервис о недействительности свидетельств. Данные сервисы полезны, они бесплатны. И, в общем, использование данных сервисов и сохранение информации из данных сервисов на момент заключения сделки будет являться серьезным аргументом для налогоплательщиков при обосновании довода о том, что была проявлена должная осмотрительность при выборе контрагентов. Правда, следует заметить, что даже использование этих сервисов не исключает претензии налоговых органов к налогоплательщику о непроявлении должной осмотрительности. Но это достаточно глубокая проблема, которая, возможно, на канале будет семинар. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.